Сегодня в игре появился квест на револьвер Hawk Moon. Для того, чтобы начать его, нужно поговорить с пауком на спутанных берегах. Он сообщит, что чувствует чье-то присутствие в своем логове и попросит разузнать, что это. Выходите из логова и прямо в дверях, в том месте, где стоят заграждения от Спэрроу, на бочке лежит светящееся перышко. Таких в общей сложности 5. Второе лежит в локации Топь на ЕМЗ. Третье на космодроме, сразу над точкой высадки у Шоухана. Четвертое в городе грез по пути к слепому колодцу. Пятое можно найти на Луне, в том месте, где мы впервые встретили Ворона. После этого вам нужно будет отправиться на диалог с Вороном, который расскажет о своих снах и попросит отправиться на ЕМЗ на специальное поручение – вопль из другого мира. Снова отправляемся в топь и запускаем задание. Миссия представляет из себя простую череду платформ с прыжками и отстрелом одержимых. В финальной комнате вам нужно будет убить двух мощных одержимых кабал слева и справа, после чего забрать разбитый револьвер. Поговорив о находке с Вороном на спутанных берегах, вам нужно начать процесс восстановления револьвера. Для этого создайте 50 сфер силы. Достаточно пройти пару раз любой затерянный сектор, используя абсолют оружия. Выполнив задание, обратно летим к Ворону на очередную беседу, а от него отправляемся по новым координатам на ЕМЗ, в стартовую локацию. На месте обнаруживаем птицу, после чего идем по следу сигналов в место, в котором Ворон прятался от стражей с момента пробуждения.
собираем попутно перья, а затем сражаемся с боссом, напоминающим фаланга из налета озера теней. Снова говорим с вороном в его комнате на спутанных берегах и получаем... Нет, не Хоукмун, пока что. Получаем самый любимый этап любого экзотического квеста Destiny – фарм убийств. Можно делать в Гамбите, можно в Горниле, в Железном Знамени, например, которое так удачно сегодня началось, либо можно убивать воителей. За одного чемпиона будет начисляться по 3%, так что либо фармите Сумрачный Налет и Имперскую Охоту, либо, если вы играете, например, в одиночку, вам на помощь придет легендарный Затерянный Сектор. Убивайте первого чемпиона и перезапускайте, или проходите несколько раз полностью, зависит от Затерянного Сектора, который будет доступен в тот день, когда вы делаете квест. Для меня это был самый быстрый способ. Я запускал сектор, убивал трех чемпионов примерно за 2 минуты и перезапускал по 9% за заход. Пережив этот этап, отправляемся снова на миссию на ЕМЗ в локации Топь. Все так же пропрыгиваем вслед за птицей до осколка странника, избавляемся от одержимых и пополняем наконец свой арсенал долгожданным экзотическим револьвером Хоукмун. Мне уже не терпится его потестить, поиграть с ним и рассказать о своих впечатлениях вам. Так что увидимся в следующем ролике, а пока беги выполнять квест. До связи!